Подвели итоги чемпионата республики по шахматам среди ветеранов. В нем участвовали 20 человек в возрастной категории 60+. Мужчины и женщины, самому старшему спортсмену 84 года. Это первый подобный турнир. Организаторы планируют сделать его традиционным. Лучших накануне наградили дипломами, кубками и денежными призами. А еще в составе сборной они представят Северную Осетию на всероссийском уровне. Инициатор – Федерация шахмат республики. Говорят, что интеллектуальное шахматное общение продлевает жизнь. И вот такой подарок делали нашим заслуженным ветеранам, чтобы дети могли, многие работают тренерами, и будем повышать свой уровень вот в этих соревнованиях, и потом передавать свой уровень подрастающему поколению. Это не только моя идея, вот она уже вынашивалась, и она озвучивалась и другими вот нашими ветеранами. И я предложил с привлечением спонсоров, активистов, турнир состоялся.